Привет всем! Поступил в продажу вот такой комплект. Это комплект для переоборудования скаута Safari 3 в двухместный вариант. Его показывали уже ранее. То есть представляет он из себя подрамник, сделанный из такой же трубы типа DU-20. И, соответственно, он имеет вот такие три точки крепления к стандартной раме скаута Safari 3. Стоит учитывать, что подойдет такой комплект без каких-либо переделок именно на Safari 3 с двумя амортизаторами в задней подвеске. То есть, если амортизатор один, то, как нам говорит производитель, вот эта вот точка крепления, она приходится на то место, куда крепится амортизатор. Поэтому без переделок на Safari 3 с одним амортизатором этот комплект, к сожалению, не подойдет. Вот багажник здесь также входит в комплект, соответственно. Это багажник стандартный от мотоцикла Scout 3. Стоит такой комплект в районе 5500 рублей. Ну, такое седло, как мы уже говорили в видео, посвященном именно скауту Safari 3, который имеет приставку плюс, или вот этому комплекту. То есть, как мы уже говорили, такое седло позволяет более комфортно разместиться человеку высокого роста на Safari 3, который является достаточно компактным мотоциклом. Ну, или разместиться, соответственно, двоим людям. Ну, или разместить какой-то дополнительный багаж более комфортно. Поскольку седло вот это, оно многим знакомо, это седло от мопеда Альфа. Ну, передняя часть закрыта вот такой пластиной.